Это что вообще такое? Это реально вообще? Это правда сейчас со мной происходит? Прием, друзья, на связи Шадимен. Скажите мне, пожалуйста, вы прямо сейчас тоже видите то, что с неба что-то начинает падать? Я такого в жизни не видел. Посмотрите, это же не просто какой-то летательный объект. Это реально что-то откуда-то непонятно летит прямо сюда, недалеко от нашей базы. Вы же понимаете то, что если этот объект долетит прямо до земли, то будет такая огромная ударная волна, что здесь просто смоет все подчистую и даже все подземные сооружения. Так, короче, нам нужно срочно с вами вызывать какой-то военный удар, чтобы этот метеорит сбили прямо сейчас. Так, что нужно сделать? Что нужно сделать? Короче, друзья, прямо сейчас в комментариях пишите слово «стоп». Да, стоп, чтобы этот метеорит остановился и чтобы военных всех привлечь сюда. А также потом не забудьте поставить специальные лайки. Чем больше лайков наберется, тем на большее количество кусочков разобьется этот метеорит и меньше будет от него последствий. Все, надеюсь, что мы совместными усилиями с вами справимся. А что если там... Хотя нет, я не знаю. Ладно, надеюсь, то, что он разобьется. Приятного вам просмотра. А? Что? Кто здесь? Вулфи, ты чё разлавился-то? О, капец. Стоп, а куда весь свет пропал? Это ты, что ли, его выключил? Понять не могу. Что происходит вообще? Погоди. Чё такое? Ой. Что за шум из коридора доносится, Вулфи? Ты чудо напакостил, что ли? Либо что происходит вообще? Ёбаный театр. Так. О, ребят, а вы что здесь делаете? Тихо, Шеди, тихо. Здесь такая фигня начала происходить. Это просто капец. Ещё, погодите, я хотя бы свет какой-нибудь возьму, а то у меня просто... А нет, у меня есть. Погоди. Фух, что такое? Рассказывайте. Ну, короче... Посередине ночи какая-то тряска началась. Мы все тут закупорились, короче, вот. С Хантером на связь не можем выйти, но он же там находится, в этом главном здании, вот. И какие-то адские звуки просто как будто бы из подземелья доносятся. Это нечто какое-то. Так, окей, я понял. А что по этим солдатам военным? Они еще не успели улететь? Нет, они не успели. Они находятся там, в комнате с душевыми. Там вообще капец полный, стены рушатся, начинают от этого всего. Понял. Так, с доком все в порядке, надеюсь? Да, с доком все в порядке, я за ним проследил. Главное, чтобы только если начнется атака, чтобы они сюда не ворвались. Ой, да надеюсь, то, что до этого дела не дойдет. Так, сейчас я подойду, ребят. Надо посмотреть, что военные делают. Ребят, ну что, как у вас тут дела? Пока что. Ну, короче говоря, могло бы быть лучше. Посмотри, здесь потихоньку начинает грунт осваливаться, стены железные, в общем, это придется потом все подлатать. Просто так, без каких-либо починок, здесь не обойтись. Мы без понятия, мы не знаем, что это такое. Пока что останемся здесь, чтобы в дальнейшем не пропустить никого сюда. Понял, ребят, спасибо вам еще раз большое, что не улетели еще. Сейчас мы решим, что это такое. Так, с остальными-то комнатами все в порядке, надеюсь. Боже мой, я так не хочу лишаться нашей базы, ни в коем случае, она такая классная. Так, ребят, окей, что там с Хантером говорите? Ну, короче, он там находится, в той комнате. На рацию не отвечает, как я тебе сказал ранее. Так, ладно. Я попробую до него добраться тогда. Сейчас я переоденусь. Так, Вулфи, не паникуй. Так, у меня этот свет работает. О, хотя бы лампочка работает. У нее тут батарейка внутри. Она с электричеством никак не связана. Не волнуйся, Вулфи, все будет в порядке. Все будет и со мной, и с Хантером все будет нормально. У меня есть супер броня. Ну как супер, просто броня есть нормальная, достойная. И есть то, чем стрелять, это самое главное. Так, только патронов для Сайги нет, но зато 5 на 7 есть. Все вот так. Вот так вот будет намного лучше. 5 на 7. Пару гранат. Холодное оружие, само собой, разумеется, нужно взять. Так, более утоляющее одно. И, наверное, в принципе-то все. У меня все остальное с собой есть. Так, еще что бы я с собой взял, это только так. Еда у меня тоже есть. Патроны, магазины все заряжены. Так, все, Вулфи, давай. Я скоро подойду. Так, ребят, ну что, я готов. Шеди, только будь аккуратней, когда будешь в главный зал выходить. Мы не уверены, есть они там уже или нет. Окей. Все будет нормально. Нет никого. Слушайте, электричество, получается, что, во всем комплексе отрубило? Да, так и есть. Во всем комплексе, абсолютно. Понял. О, слушайте. А я это вещи вижу какие-то. По-моему, там и рация среди этих
дробовиков. Ладно, я пойду дальше. Если что, выйдем на связь. Окей, давай-давай, аккуратней. Так, что происходит в вашей дивизии? Что происходит? Так, я думал, то, что возможно будет как-то через лифт подняться, но нет. Электричества совсем нет. Так, а так вот же оружие Хантера. И рация его. Точно, это она. Так, дробовик его тоже отсюда прямо упал. Ничего себе, конечно. Он пытался отсюда слезть, либо что произошло-то? Так, Хантер, пожалуйста, только все нормально, я надеюсь. Хантер, ты здесь? О, да-да, Шиди. Я здесь, боже. Наконец-то кто-то пришел. Ты как себя чувствуешь? У тебя в порядке все? Я твой дробовик нашел. Вот, держи. И рация твоя заодно. На, тебе сейчас вот сюда положу. В угол аккуратно. Что происходит? Короче, история краткая, я тебе все так расскажу, максимально сжато. Помните ту дырку в этом, в тюремном секторе, которая вниз уходит далеко-далеко-далеко? Я вам говорил, то, что оттуда еще звуки постоянно доносятся. В общем, там обитает какое-то нечто. И еще до вас, как вы сюда прилетели, я помню, как мы с солдатами, еще с живыми, постоянно в таких случаях сбрасывали туда огненные гранаты, коктейли Молотова и так далее, для того, чтобы эту заразу отогнать. И потом, примерно на неделю, либо еще на какие-то сроки, мы более-менее выигрывали время. Сейчас нужно сделать то же самое. Послушай, придется спуститься туда снова. У меня в той комнате, в камере, находятся бочки. За этими бочками находится небольшой деревянный ящик. В этом деревянном ящике должны быть воспламеняющие коктейли Молотова и гранаты и так далее. Нужно, чтобы кто-то отправился туда и закидал всю эту впадину. Тогда мы точно сможем выиграть какое-то время, пока что наш бункер полностью по швам не разошелся. Так, окей, ладно. Я попытаюсь это сделать. Так, туда нужно добираться. Окей, ладно, я сейчас поднимусь и сбегаю до туда по-быстрому. Думаю, то, что проблем с этим не будет. Ты пока что свяжись с ребятами и скажи то, что с тобой все в порядке. Давай. Так. Все, окей, так, подняться туда, пододвинуть деревянные бочки, за этими бочками будет деревянный ящик, в этом деревянном ящике будут уже, получается, самовоспламеняющиеся... Ой-ой-ой-ой-ой, гранаты. А вы как сюда подоспели? Они полностью... Я закрыл же дверь! Она сейчас закрыта полностью. Электричества нет, у меня даже никак совсем не получится ее не открыть, ничего сделать. Замок заблокирован. Ой. Да и зомби тут возле входа прям, это слишком рискованно. Чёрт, так а что делать-то? Как отсюда выбираться? Здесь же других выходов, по-моему, нет. Лифт тоже не сработает. Шиди, ты чё? Да все. Я дверь-то закрыл перед тем, как последний раз заходил. Вот чёрт. Ребятам я сказал, что выбрался. Неужто тут других выходов нет? Погоди, других выходов. Есть один вариантик. Я как-то раз пытался найти кое-кого. Этот кое-кто меня привел по очень, так скажем, скрытному пути. И если, в принципе, добраться до того балкона и поставить там столы и стулья, либо еще что-то, то я бы мог туда зацепиться. Только если вся эта конструкция упадет вместе со мной, то шанса зацепиться за этот, так скажем, вентиляционный проход будет минимален. Я думаю, то, что это сработает. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я знаю, что делаю, Хантер, не волнуйся. Все будет в порядке, сказал я и чуть не упал. Так, сейчас надо ребятам сказать, чтобы они помогли мне стулья и так далее туда перенести. Думаю, то, что я смогу с этого балкона зацепиться прямо за ту штуку. И сделаю то, что должен сделать. Так, ребят, несите столы и стулья. Не понял, ты что затеял? Шеди, ты же понимаешь, сейчас не лучшее время для того, чтобы чаепитие устраивать. Да само собой, сейчас вы все увидите. Давайте, помогайте, если жить хотите. Вот и все, ребят. Надеюсь, то, что у нас что-нибудь из этого получится. Ну, конструкция выглядит крайне фигово. Ладно, ты придумал, должно сработать, значит. Давай, не теряй времени, мы пока тут будем держаться, если что, если зомби вдруг ворвутся. Окей, за Хантером тоже следите, у него, походу, рана открылась. А само собой, Шеди, давай. Все, полетели, погнали. Пока Хантеру там еще плохо не стало, он прям сверху находится, его даже там поднять никак, опустить нельзя, вообще невозможно. Надо лестницу нормальную сделать, а то у нас там полностью вертикальная деревянная, и как по ней спускать и поднимать человека, я, честно говоря, у меня просто это в голову как-то не лезет даже, как-то это можно все сделать. Так, я правильно иду?
Боже мой, почему здесь дверь-то заперта только? Кстати, можно как-то что-то поделать вообще или нет? Блин, если она не откроется, это... Это просто катастрофа будет, черт, я не оттуда пошел. Надо было через главный сектор. Ладно, все должно сейчас получиться. Все сейчас должно сработать. Так, время терять нельзя, так что придется применять очень даже рискованные маневры. Вот такие вот. Все. Так, я на месте. На месте и вот сюда. Все. Отлично, Хантер. Все будет в порядке. Не волнуйся, не волнуйся. Так, все, он, наверное, вообще не понял даже, как я там оказался, но. Времени очень мало, и я, правда, должен сейчас очень сильно спешить. Так, главное закинуть самовоспламеняющиеся гранаты, и план должен сработать. Так, ну а теперь, чтобы сработал план в дальнейшем, нужно так, чтобы вот эта вся конструкция не упала. Боже мой, я чувствую, как оно просто дребезжать все начинает, и... Ой, тихо. Так, спокойненько. Тихо, есть, все сработало. Столы даже не упали. Так что, если что, я даже могу отсюда вернуться. Фух, все классно, офигенно. Нормально, так. Здесь всех мутантов не должно быть, потому что я когда последний раз был, я всех перебил. Всех пауков, тараканов, которые тут вообще могли только появиться откуда-либо. Их тут не должно быть 100%. Так что сейчас я должен добраться без приключений. Единственное, что я только не помню, куда идти. Так, это тупик, точно не сюда. Я пока что сквозь стены не научился ходить. Так, а здесь что, там тоже тупик? Значит, вот сюда. Я просто помню, тут было одно такое разветвление, и походу я попал именно в него. Так, стоп, откуда я пришел? Так, значит, мне вот сюда, скорее всего. Боже мой, я правда блуждать начинаю. Нет, по-моему, все, я выбрался. Все, я понял. Да, я понял, здесь поворот получается вот такой вот, который поведет, если что, назад. Все, я правильно иду. Теперь я точно иду правильно. Налево мне не надо, направо тоже не надо. Сейчас будет подъем. Да, вот он, тот самый подъем, и все. Здесь повернуть направо, и там прямая. Я на месте. Все. Отличненько. Отлично, выбрался. Это самое главное сейчас, это самое-самое главное. Так. Не знаю, почему дверь открыта. Я думал то, что я ее закрыл, когда тут был последний раз, но... Судя по всему, не совсем. Главное только сейчас, когда я выйду, за собой действительно все позакрывать. Так, а вот и зомби уже... Набегали тут отовсюду только. Что это за нечто только такое интересно там обитает на дне нашей базы? Я даже боюсь представить, то, что оно оттуда даже вырваться толком не может, и что даже зомби на зовы этой мутантины как-то начинают себя непонятно вести. Так, никто меня не преследует, по-моему, пока что нет. Все, нормально. Так, возле вертолета нашего собрались тоже. Нет. Так, мне сейчас главное все-таки не стреляться с ними, а сделать так, чтобы... Просто прорваться прямо до этих камер. Так, перезарядочка пока что. Перезарядочка. Так, есть. Это готово по 90. Так, оббегаю справа. И мне сейчас главное за лестницу только зацепиться и все. Так, только успеть зацепиться. Зацепиться, я сказал. Блин, не успел. Вашу дивизию. Ой, вот это уже не смешно становится. Мне бы сейчас на самом деле воспламеняющаяся граната. Ой-ой-ой, как не помешало бы. Так, вторая попытка есть. Со второй попытки все получается. И пошли вы нафиг отсюда. Зомби. Все, запрыгиваю внутрь. Есть. Я внутри. Так, внутри никого новых, надеюсь, не появилось. По-моему, нет. Так, темновато тут стало. Тут тоже, видимо, электричество пропало. Так, десантироваться я не буду, нафиг оно мне надо. Мало ли что там потрескалось сейчас, пока что этот мутант там шевелился. Я там бетоном, прям вернее, лицом в бетон упаду. Не, я не хочу так. Так, все, я уже очень близко. Я уже очень близко, и мне потихонечку становится действительно не по себе. Чем ближе к эпицентру событий, тем становится страшней и страшней. Показалось, как будто бы кто-то где-то завывает. Но оно неудивительно на самом деле. Вот она. Вон она, та самая впадина. Кстати, все зомби пропали. Все зомби до единого пропали, которые были прямо на дне вот этой гигантской комнаты. Я точно помню, что они прям кишили там. Неужели они куда-то внутрь туда упали? Обалдеть, конечно. Так, ладно, неважно. Это сейчас вообще не важно абсолютно. Так, мне Хантер сказал, нужно вот в этой его комнате, где он укрывался длительное время, за какими-то бочками, вот, судя по всему, вот за этими, должен находиться небольшой деревянный ящичек, в котором в то время будет находиться... ну, он сам, короче, да. Чё я говорю, я уже путаться начинаю потихонечку. Да, вот он. И в этом деревянном ящике должны быть воспламеняющиеся гранаты. Это они.
это они. Все, великолепно. Я пока не знаю, как я буду возвращаться. А, ну хотя нет, по тому же пути. Просто электричества нет, и часть функций, так скажем, у меня полностью сейчас ограничена. Так, нужно, значит, туда, да, закинуть? Так, первая пошла. Обалдеть, что происходит? Только вторая. Так, третья. Они просто падают туда, и я даже не вижу, как они начинают воспламеняться. Они просто в темноте начинают исчезать. И пятая пошла. Отлично. Ой, так, стоп. Вашу дивизию. Черт, нет, главное только не сорваться.